Всем привет! Вы на канале «Современные родители», и я представляю вашему вниманию мороженицу KitFort KT1810. Включите колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ссылки на магазины с выгодными ценами вы найдете в описании под видео. Не забудьте поддержать меня, для этого ставьте лайки и пишите комментарии. Мороженица имеет стильный пластиковый корпус, снабжена мощным компрессором и системой смешивания. Она отлично впишется в ваш интерьер и будет радовать вкусными десертами всю семью и друзей. В комплектацию с устройством входят также лопатка для смешивания, полуторалитровая ведерко, мерный стаканчик и лопатка для мороженого. Техника порадует вас не только своим функционалом, но и интересным дизайном. В любой момент вы можете отклеить креативный стикер без вреда для поверхности. Мороженица характеризуется высокой стойкостью к окислению и механическим повреждениям, что обеспечивает продолжительный срок службы модели. Емкости лопасти очищают сразу после использования в теплой воде вручную без добавления агрессивного средства. Приготовление домашних десертов больше не требует ваших усилий. Соберите мороженицу KT1810 и наполните ее готовой смесью. Запускайте приготовление мороженого. Прибор автоматически сделает сорбет, джелато или замороженный йогурт. На панели управления есть таймер, режимы мягкого, твердого мороженого, охлаждения, поддержания низкой температуры. В режиме твердого мороженого структура будет такая же кремовая, как и в режиме мягкого мороженого, но она будет содержать маленькие кристаллики льда. Принцип работы мороженицы состоит в том, что компрессор охлаждает ведерко с ингредиентами, а затем смесь мороженого перемешивается лопастью и одновременно охлаждается. Функция поддержки низкой температуры не даст растаять готовому десерту. Компрессор мощностью 140 Вт эффективно понижает и поддерживает необходимую температуру содержимого. Выбор необходимого режима и времени осуществляют при помощи панели управления с дисплеем. Устройство оборудовано чашей из прочного сплава объемом 1,5 литра. Прозрачная крышка защищает смесь от попадания пыли, а также способствует удобному визуальному контролю за процессом приготовления. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Слабенький двигатель. Слегка шумноват. Великовато по размерам. Теперь перейдем к положительным. Не надо замораживать ведерко. Получается вкусное мороженое. Удобство использования. Приятный внешний вид и удобство меню. В комплекте все необходимое. Скорость приготовления мороженого. Есть рецепты в инструкции. Чаша вместительная. Автоматическое приготовление. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. А также делитесь впечатлениями в комментариях и поддерживайте канал лайками. В описании под видео вас ждут ссылки на магазины с лучшими ценами. До скорой встречи на канале «Современные родители».